Всем привет! Сегодня подведу итоги розыгрыша, но прежде расскажу о моих пустых баночках за май месяц. Правда, май еще не кончился, но думаю, ладно, сделаю два в одном и итоги, и пустые баночки, потому что не хочется разбивать на два видео, а две недели уже вот-вот пройдут. В общем, сначала расскажу о пустых баночках и в конце расскажу, кто наконец-таки победил. Так. Сначала начну с влажных салфеток. Такие влажные салфетки я купила в фикс-прайсе. Они для снятия макияжа с мицеллярной водой, гелем алоэ, ионом серебра. По-моему, они стоят 55 рублей. Вот они. Слушайте, ну, честно говоря, салфетки как салфетки. Я думаю, что цена отличная для них. Ну, опять же, да, вот куда-то в дорогу. Но второй раз покупать не буду, потому что, в принципе, никуда не собираюсь я ехать, путешествовать, а дома, ну, салфетки я не очень использую. Ну, в принципе, если куда-то едете, то можно покупать. Так, со вторым, наверное, я продолжу. Это для волос Глискур. В общем, экспресс-кондиционер, безупречно длинные волосы. На самом деле очень хорошо расчесывает, буквально 4 пшика, и действительно все прям, особенно блондинки меня поймут, когда невозможно расчесать волосы, да, это действительно хорошее средство, которое помогает, но оно ее утяжеляет, на самом деле на следующий день волосы уже от этого средства такие жирные, поэтому нет. Я бы другое купила, вот честно. Как бы за эти деньги, да, там 300-350 рублей они стоят, это, конечно, хорошо, это недорого, но, честно говоря, ну, как-то вот нет. Глискур мне вообще не очень нравится. Я, наверное, сразу продолжу с шампунем глискуровским. Шампунь Oil Natural, вот такой шампунь для секущихся волос. Сыворотка кератина и драгоценными бьюти-масла. В общем, просто самый ужасный шампунь, самый отвратительный шампунь, потому что, я не знаю, он настолько плохо, вот как-то он влияет, настолько у меня волосы потом жирнятся. В общем, Глискур явно просто, может, мне не подходит, но нет, у кого волосы, в принципе, склонны, может, к жирности, тому совсем не подойдут. Но, мне кажется, и для нормальных волос это какой-то ужасный шампунь. Так, еще я уже показывала. Вот у меня вторая масочка закончилась. Чистая линия. Идеальная кожа. Вулканическая освежающая маска. Слушайте, по-моему, это рублей 70 она стоит. Шикарная маска. Вот шикарный запах. Ну, все. Ну, конечно, это не сделает вашу кожу какой-то идеальный, да, но буквально вот она на самом деле там на сутки ее увлажнит, подпитает, эффект длится будет, да, действительно недолго, но тем не менее за эти деньги, мне кажется, очень даже ничего можно брать. Так, потом из хорошего, наверное, из самого хорошего, это паста Президент у меня закончилась, паста для чувствительных зубов. Она стоила рублей 200, я ее покупала в Озоне со скидкой, потому что они обычно дороже 200 рублей, а я покупала меньше 200, покупала сразу три пасты для обычных, для чувствительных и отбеливающую. Ну, в общем, я больше другие пасты покупать не буду, это действительно паста, которая отличается от других, и вот... Но это действительно вот прям другое. Вот нельзя ее сравнить там ни с Роком, ни с Платом, ни с другими. Это действительно совершенно другая паста. Она производится в Италии, насколько я знаю, насколько я читала. И, вы знаете, вот стоит просто один раз попробовать, и вы не сможете перейти, наверное, на другую пасту. Так, и я прям сейчас, наверное, уже начну... Расскажу, кто у нас победил таки в моем конкурсе. Так, я сейчас ставлю имя человека. В общем, вот вставка. Пожалуйста, напишите с этого ника свою почту.
Я напишу вам письмо, спрошу ваш адрес, куда отправить подарки, которые я вот разыгрывала в прошлом видео. Так что обязательно напишите мне вашу почту. Можно вот первым комментом, да, к этому видео. Так что я поздравляю. И, в общем, я думаю, что я раз в 2 недели буду устраивать розыгрыши. В этот раз еще, в общем, подарков не купила, но думаю, что в скором времени опять что-нибудь разыграю. Мне очень понравилось, я думаю, вам тоже. Ну, к сожалению, победитель только один, но думаю, что в следующий раз, наверное, куплю больше подарков и сделаю, не знаю, там, 3 победителя. Так, ну перейдем дальше. У нас уже потихоньку заканчиваются пустые баночки, их не особо много. Вот купила для, получается, для удлинения ресниц, вот для роста, такая фирма Мавала. Слушайте, ну, средненькое что-то, вот, честно говоря, что-то я не заметила супер эффекта, наверное, больше покупать не буду. Производство Швейцария, ну, мне совсем как-то не понравилось. Есть вот одна единственная фирма, которую я люблю пользоваться, которая действительно делает какой-то эффект, а это как-то вот, не знаю, что наносила, что не очень. Так, еще такой закончился крем для увлажнения чистой линии. Слушайте, ну, на самом деле крем очень недорогой, крем очень бюджетный, но тем не менее он не скатывается на лице, он не покрывает лицо пленкой, он действительно впитывается, то есть если вот нет денег, а все равно нужно на лицо что-то наносить как базу, я считаю, что вообще можно спокойно покупать. Я, честно говоря, вообще в шоке, что от чистой линии начала, ну, чистая линия начала производство таких хороших товаров. Ну, хотя их же купила Unilever, то есть международная фирма, поэтому, может быть, все очень логично. Так, и, наверное, перейдем к последнему средству. Это дезодорант Кристалл, в общем, Рок. Слушайте, ну это какой-то ужас. Вот, получается, он как кристалл, его смазывать нужно водой, и он просто, ну он просто рассыпается. Я не знаю, это, мне кажется, просто какая-то насмешка над этим кристаллом. Мне совершенно не понравилось, и, в общем, не советую. Я пользуюсь обычным дезодорантом, а вот кристалл не очень. Как-то я вообще не понимаю, как он действует, на что он действует. Совершенно нет. Так, ну на этом все мои покупочки заканчиваются. Так что всем спасибо. Обязательно напишите мне, победитель, вашу почту первым комментарием. Все. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.